Сегодняшняя тема. Объединенная программа ООН по ВИЧ, СПИД, ЮНЕЙДЕС, обсудила 24-25 марта новую глобальную стратегию по борьбе со СПИДом на 2021-2026 ГГ. Согласно этому документу, в ближайшие пять лет будут сделаны решительные шаги к полному искоренению СПИДа к 2030 году. По оценкам ЮНЕЙДЕС, если страны-доноры будут вкладывать ежегодно по 29 миллиардов долларов, то эпидемию ВИЧ удастся победить уже через 10 лет. Эксперты организации считают, что ежегодное количество новых случаев заражения ВИЧ удастся снизить с 1,7 миллиона в 2019 году до 370 тысяч в 2025, а число смертей, связанных со СПИДом, с 690 тысяч в 2019 году до 250 тысяч в 2025 году. 31 марта Министерство иностранных дел России выпустило специальное сообщение для СМИ, в котором заявило об отмежевании отряда положений глобальной стратегии. Причина – несогласие российской стороны с расширением мандата Юнейдес за рамки медико-социальной деятельности, а также включение несогласованных терминов и концепций в текст стратегии. В профилактику ВИЧ, СПИД, согласно новой стратегии, включаются такие моменты, как искоренение неравенства по множеству оснований, включая защиту маргинализованных групп и меньшинств и права женщин и девочек на охрану сексуального и репродуктивного здоровья. Как нельзя заразиться ВИЧ, объясняем в нашей галерее, отмечаем, что в этом документе, который призван стать ориентиром для всего мирового сообщества по борьбе с ВИЧ, спит на следующие пять лет. Отсутствуют меры по профилактической работе с молодежью, лечению наркозависимости, продвижению здорового образа жизни и семейных ценностей, сообщает МИД России. По состоянию на конец 2019 года в мире насчитывалось около 38 миллионов человек, живущих с ВИЧ, но антиретровирусную терапию, АРТ, получали лишь 68% взрослых и 53% детей, живущих с ВИЧ. Согласно данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в России проживает около 1,1 миллиона человек с выявленным ВИЧ. Среди них доминируют мужчины, 62,6%, наиболее высокий процент выявления, в возрастной категории 30-44 года. Среди мужчин в возрасте 35-39 лет 3,3% жили в стране с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция. Еще 32,6% приходится на передачу ⁇ ВИЧ ⁇ при употреблении наркотиков. Читайте также 5 мифов о ВИЧ, в которые верит только невежда врач, отказалась принимать россиянина на ВИЧ со словами ⁇ Пускай быстрее умрет ⁇ В Санкт-Петербурге избили рассказавшего про жизнь ВИЧ-блогера. Смотрите наше видео. Ставь лайк и подписывайся.